трюков. Знаешь? Ты посмотри, какая. Да, раньше на таком каталась. Ой, какой малюсенький, правда. Толкни меня. Давай сама, ногой отталкивайся. И... Да не могу. Осторожно. Всем привет. Мы пришли в магазин, в американский. Игрушки хотим вам показать, какие продаются. Щенячий патруль и даже райдер нашелся. Да. Смотри, большой набор, тут, да? Тут по треку все гоняют. Гоняет по треку, правильно. Вон они на машинах, на разных. А вот поменьше набор тоже есть такой, мама. Да? Вот еще щенячий патруль. Посмотри, Ева, набор. Видишь? Ага. А вон и маленький. Ой, все в щенячьем патруле. Все полки. Что тут еще покажешь ребятам? Я тут ищу, тут котенка. Ой. Какие игрушки в Америке? Покажи деткам, ребятам. Я котеночка тут ищу, не могу найти нигде. Улица Сезам. Мама. Ти-ти-ти-ти. Мама. А? А где тут? Ой, какая обезьяна. Это что такое? Давай, что это такое? Посмотрим. Это Микки Маус, набор инструментов, наверное. Наверное. Не знаю. Какие-то пазлы. Это совсем для маленьких. А это вот, смотри, набор. Ребята, смотрите, можно принцессу переодевать. Подставлять ей разные платья, мама, кофточки. Мама, у меня была такая. Да, у тебя была такая. Ну, не совсем такая, но похожа. Ой, какие мишки смешные. Нашла котенка. Ой, это не котенок, это какой-то рог. Единорог. Какой-то рог. Посмотри, девочка. Это какой тоже это для малышей. Ой, это я не буду брать. Это папа, стульчик такой. Падает, музыкальный, видимо. Мама, помоги, оно все падает. Все. Ну, на полочку ниже ставь. Положи. Телефон. Сейчас уже таких телефонов-то и нету, всех сотовые. О, песенку поет. Это для малышей. Пойдем на другую. А, вот смотри. Мама, а. Это не котенок. Я тут котеночка ищу, все разыгралось. А вот смотри, какие гоу-гоу. Какие-то умные колеса. Smart Wheels. Ой, пойдем на другой ряд. Пойдем? Нет, я не могу найти котенка. А я тут котеночку хочу найти. Котеночка? А может тут и нет котеночка? О, смотри, какой котеночек. Я хочу такого, потому что я люблю котят. Обыскалась котенка. Там Скай. Скай? Передумала. Передумала. Увидела Скай. Вот это Скай или вот это? Вот это Скай. Да. Да? Она девочка. Она девочка. Ой, какая, а смотри, хорошенькая. А тут она настоящая. Угу. Ну что, Скай купить? Да. Щенячий. Пойдем купить. Еще на другой. В другом ряду покажем ребятам игрушки. Ой, какие, смотри, Ева, собачки пушистые. Это пудели. Такие смешные. А посмотри, даже с этой, с переноской, как это называется, в общем, собачек. Ой, посмотри, для них все, что нужно тут есть. И даже лечить их можно. Это набор, наверное, для... Да, ведь для ветеринара набор. Ух ты! А вот еще как интересно. Кофемашина всякие для кухни. Блендер. Все для кухни. Для детей. Играть в, видите, Kitchen Play Set. Набор для игр.
как бы кухонный набор. Ну, тут даже вот это есть, я так думаю. А это, кстати, очень хороший набор. А не хочешь такой, Ева? Какой? Играть в кухню, да. Так интересно, будешь готовить всякие. Да. Тут есть посудка. Посуда у нас полно, уже половина растерялась. Вот набор доктора у нас тоже есть, всякие есть. Опа. Я сама его понесу. Вот еще машинки. Это для мальчиков. Посмотрите, какие инструменты, как настоящие. Посмотри, Евочка. Видишь? Для детей. Мама. Набор туриста. Мама. Да, Евочка, слышу тебя. Смотри, это такая игра. Я такую очень люблю. Это надуваешь вот так шарики через шланг. И вот так, когда они наполнились, они сами туда падают и завязываются сами. Да? Да. Себе. Вот посмотрите, бассейн можно купить. Это что у нас такое? Apple. Что-то... А, это пузыри. Ну, я лучше такой не возьму, он тяжелый. Так, покажем ребятам, Ева, смотри, что здесь у нас есть. Говори, рассказывай. Это наборы для игр на воздухе, да? Это пузыри, по-моему, или нет? Это пузыри. Мам, где на пистолет? Нет, это не пузыри, это воду набираешь, это водой выпуливаешь. Скакалки, что тут у нас тоже на свежем воздухе, тарелки вот эти кидать, бросать. А вот это вот тоже для игр с песком, ведерки всякие разные, на пляже здорово играть. Вот это я не знаю, что такое. Тоже водой стреляет, воду выплескивает. А вот это я не знаю, что такое. Машинки песок возить с грабельками. Ой, чего тут только нет. Мелки. У нас есть. Пузыри. А пузыри, посмотри, какие непростые. Они сразу несколько, да, пузырей делают. Мыльных. И вот еще мыльные пузыри. Да, это поменьше. А вот еще, смотри, какие мыльные пузыри и набор. Посмотри, какой здоровский, да? Он сразу... Вентилятор крутит вот эти. Сюда нажимаешь, вентилятор вот эти крутит. Да. Не удувается. Да. Набор для бассейна. И даже трубочка, чтобы дышать. Да, очки. Это трубка, чтобы дышать. Потом ласты там, да? Ух ты, здорово. Ну, у нас есть уже, да, у тебя очки есть, нарукавники есть. Ну, ласт нет, но я не думаю, что нам ласты сейчас нужны. Ой, посмотрите, как... Какашка! Ой, я не могу. Какашка, на которой плавает. На какашке плавает. А вот эти вот нам... Жилетки, да, жилетки. Нарукавники. У нас есть. Пойдем. Ой, Ева, смотри. И вот такие тоже плавать штуки длинные. Там еще что-то есть? Вот, смотри. И тут еще перышки разноцветные. Ну, здесь уже такое все набросано. Набросали. Все? Говорим всем пока-пока? Да? Пока. Ребята, до свидания. Подписывайтесь на канал. Да. И ставьте лайки. Я что-то заинтересовалась игрушками. Да. Что мы сегодня возьмем с тобой? Это и это. Да, мы решили взять набор для кухни и Sky. Пока. Пока. Ай, ты моя-то золотая. На двухколесном велосипеде уже ездит. 5,5 лет. Моя-то золотая велосипедистка. Ой, у меня столько радости, как будто я научилась кататься на велосипеде.
Умница, рада, довольная сама. Видите, когда чего-то достигнешь, чего-то добьешься, чего-то научишься, столько радости. И у нас, у взрослых, как у детей, радость, если мы чего-то добиваемся. Так что надо добиваться, правда? Поставил цель, добейся. Как Евочка.